Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Сегодня в Евангелии мы слышали о том, как однажды некий ученик и последователь Господа нашего Иисуса Христа обратился к нему с, казалось бы, несложной, но в то же время весьма значительной просьбой: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». В ответ на данную просьбу Господь преподал всем своим последователям образец христианской молитвы. Молитву, которую мы все знаем под названием молитвы Господней, или, проще говоря, «Отче наш». Почему приведенная Христом Спасителем молитва начинается словами «Отче наш, сущий на небесах»? Во-первых, по той причине, что всякий молящийся, по словам блаженного Феофилакта Болгарского, прежде чем совершить молитву, должен настроиться на нее определенным образом, то есть вознести свой ум ввысь, к Богу. Кроме того, один из факторов, который привлекает к себе внимание в молитве Господней, это то, что она начинается не словами «Отче мой», но «Отче наш». Почему Господь учит нас обращаться к Богу как к нашему общему Отцу, а не личному? По словам священномученика Киприана Карфагенского, говоря Богу «Отче наш», мы тем самым обращаемся к Нему не только от своего единственного лица, говорим Ему не только о своих личных, индивидуальных проблемах и просьбах, но обращаемся от лица всей Церкви, как единого богочеловеческого организма. Святитель Иоанн Златоуст замечает: обращение к Богу «Отче наш» уничтожает всякое социальное неравенство между людьми и тем самым призывает нас любить всех людей, вне зависимости от их положения в обществе. В то же время, называя Бога нашим, мы именуем Его «сущим на небесах». Что это значит? Неужели Он бесконечно далек от нас? Вовсе нет. Признание Бога, пребывающим на небесах, так сказать, не координатное, а качественное. Небо – это не столько место, сколько состояние. Небо – это то, что не имеет ничего порочного, запятнанного грехом. И говоря о том, что Бог находится на небесах, мы тем самым признаем, что Он свободен от всего нечистого и греховного, что Бог – это абсолютная святость. Прошение «Да святится имя Твое», по словам святителя Тихона Задонского, вовсе не означает, что только от наших слов зависит святость Божия. Нисколько. Бог свят по своей природе, независимо от того, прославляем Его мы или нет. По большому счету, подобное прославление нужно вовсе не Богу, ведь Бог – существо вседовольное, и от нашей славы у Него ничего не прибавится и не убавится. Это прославление нужно в первую очередь нам, ведь только таким образом, то есть прославляя Бога, мы и сами приобщаемся к Его святости. Прошение «Да приидет Царствие Твое» – это просьба о том, чтобы поскорее наступило Царство Бога, Царство вечной правды и любви. Исходя из того, что Царство Божие – это в первую очередь Царство любви, оно не может быть установлено силой. Нельзя просить Бога, чтобы Он ввел везде свое Царство.
Это царство может распространиться на земле только при помощи нашего личного участия. Преподобный Максим Исповедник так и говорит: «Бог все может, кроме одного. Он не может заставить человека полюбить его. Ведь любовь может иметь только одну основу – свободу». И в тот момент, когда мы сами осознаем, что соединиться с Богом возможно только через любовь, тогда Царство Божие откроется и в нашей жизни, и мы получим возможность стать участниками этого Царства. Следующее прошение «Да будет воля Твоя на земле, как на небе» вовсе не является призывом Господа к пассивному ожиданию исполнения воли Божией. Бог призывает нас быть Его соработниками в исполнении Его воли. В этом кардинальное отличие христианского подхода к жизни от того мироощущения, которое выражено в распространенной поговорке «на все воля Божия». Воля Божия отнюдь не на все. Есть воля Божия на добро, но нет воли Божией на зло и грех. Совершая грех, человек идет против воли Бога, вступает в конфликт с этой волей. Таким образом, все события человеческой истории подразделяются на две категории – те, которые происходят по воле Божией, и те, которые совершаются вопреки воле Божией. Последнее Бог попускает, но отнюдь не благословляет и не одобряет. Следовательно, молясь об исполнении воли Божией и на земле, как на небе, мы просим о том, чтобы в условиях земного бытия добро побеждало зло. Прошение «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» имеет два смысла. Буквальный и аллегорический. В буквальном смысле насущный хлеб – это все то, что необходимо для жизни человека. В аллегорическом же смысле под таким хлебом понимается то, что по слову святителя Игнатия Кавказского является самым необходимым для духовной жизни человека – святая Евхаристия, тело и кровь Христовы. Прося Бога о том, чтобы Он простил нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, мы тем самым показываем, что усвоили самую главную заповедь Христа – заповедь о любви. Ведь только в том случае, если мы сами прощаем наших обидчиков, мы можем просить у Бога прощения и для себя, так как наши грехи – это и есть обида, нанесенная нами Богу. Святитель Филарет Московский отмечает: «Бог никогда не простит нас, если мы сами не простим других, потому что через непрощение – мы сами становимся злыми и этим удаляем от себя благость и милосердие Божие». Последнее же прошение молитвы Господней звучит так: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Рассуждая над этим прошением, святитель Иоанн Златоуст замечает: «Лукавым здесь называет Христос дьявола, повелевая нам вести против него непримиримую брань, и показывая, что он таков не по природе. Зло зависит не от природы, но от свободы. А что преимущественно дьявол называется лукавым, то это по чрезвычайному множеству зла в нем находящегося, и потому что он, не будучи ничем обижен от нас, ведет против нас непримиримую брань». Но почему все-таки в молитве мы просим избавить нас только от дьявола, а не от тех людей, которые нам кажутся также плохими? Потому что плохих людей не бывает. Каждый человек – образ Божий, который из-за тех или иных искушений сам становится проводником в этот мир зла. Но человек, в отличие от дьявола, может измениться, покаяться и стать лучше. Именно поэтому, по словам святых отцов, Спаситель не сказал «избави нас от лукавых», но от лукавого, тем самым научая и нас никогда не гневаться на ближних за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать против дьявола, как виновника всех зол. Молитва Господня – это образец или даже идеал того, каким должно быть отношение человека к Богу. Все остальные молитвы – это уже по сути опыт осмысления молитвы Господней. Один подвижник как-то сказал: «Молитва «Отче наш» – это сокращенное Евангелие. И тот, кто не понял, о чем эта молитва, не понял Евангелие». Помня о заповеди Господней, будем молиться Ему искренне, от всего сердца. Ведь только в таком случае Царство Божие
которого мы так ждем и о котором молимся ежедневно в молитве Господней, обязательно придет к нам и раскроется в нашем сердце.